Привет, дорогие друзья! Сегодня мы пришли с вами в ювелирный магазин Stephanie Diamond, который находится в центре Алани, недалеко от магазина LC Waikiki. Вот смотрите, я стою, магазин LC Waikiki. Перейдя через дорогу, вы найдете магазин Stephanie Diamond. Этот магазин найти очень легко, потому что у них очень яркая вывеска, и находится он в центре Алании. Сегодня мы идем в магазин, и я расскажу вам много всего интересного. Точнее, Эджей Бэй, который здесь работает, расскажет вам много интересного и полезного. Дорогие друзья, этот магазин мы знаем очень давно. Его всегда советую всем нашим родственникам, друзьям, которые приезжают в Аланию. Как вы видите, здесь очень большой выбор всего, но это вы увидите внутри. Но что самое главное, в этом году магазину исполняется 35 лет, и все, кто приходит в этот магазин, неважно, покупаете вы или нет, вы получите в подарок либо вот такую вот цепочку, либо вот такую вот серебряную цепочку с жемчугом. Поэтому обязательно приходите в магазин Stephanie, получайте подарки. Эти подарки совершенно бесплатно. Мерхаба. Мерхаба. Хош келдиниз. Сау олсуз. Ташаккурлар. Вы говорите по-русски? Да. Эджевид Бэй говорит по-русски, поэтому если вы придете в магазин Stephanie, вам не нужно думать, на каком языке говорить. Любой язык. Да, здесь вас встретят и будут говорить на вашем языке. Английском, русском. И по-немецки, и немецки. И на немецком. В общем, друзья, приходите и разговаривайте здесь на русском. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, сначала о вашей компании. Когда она открылась, где открылась, сколько лет вы на рынке работаете? Сначала добрый день. Горячий привет из России, дорогие гости. Наша компания называется Stephanie Diamond. Мы здесь существуем почти 35 лет. У нас есть свои компании, свои фабрики в Истамбуле. Так что то, что здесь увидите на изделии, это наши свои собственные. Так, дорогие гости, у нас тоже, я вам сказал, в этом году 35 лет. Фирме 35 лет. Фирме 35 лет. И мы даем нашим клиентам, всем даем подарок. Хочу вам показать наши подарки. Так что... Всем, кто приходит в магазин Stephanie Diamond, да, всем дарят подарки. Подарки. Это еще, дорогие гости, у нас подарки. Подарки здесь, видите, цепочка и там жемчуг-подвеска. Натуральный жемчуг. Натуральный жемчуг. Так, дорогие гости, второй у нас цепочка, серебряная цепочка и подвеска серебряная здесь с камнями. Камень по гороскопу. Вот, кто камень, знак зодиак, например, рубин, можем сюда поставить рубин, или сафир, или бриллиант, видите, здесь там маленький. Так что, дорогие гости, всегда мы вас ждем, всегда приходите, и, пожалуйста, обязательно приходите к нам и получите ваши подарки. Да. Подарки, так. Вот видите, да. Подарки цепочка, да, цепочка с жемчугом. И цепочка с сердечком, и сюда вставят камешек, который подходит... вашему знаку зодиака. Знаку зодиака. Дорогие гости, да, дорогие зрители, золото бывает разных цветов, трех цветов. Белое золото, желтое золото и красное золото. А белое золото, там, конечно, красное золото идет, там добавка, медь. Это розовое, которое? Это розовое, да. Красное золото. А белое золото идет, там добавка палладий. Конечно, сейчас я вам все покажу, белое, желтое, красное. А желтое золото идет, там добавка серебро и тоже идет разные, которые прям вот желтая, да, например, желтую, желтую сейчас здесь попозже видите, сейчас здесь мы потом покажем, да, все потом примеры. Я подожду желтую. Самое главное, почему мы пришли в магазин Stephanie, для того, чтобы дать вам самую важную информацию о том, как купить качественное золото, да, сколько оно должно стоить действительно, да, чтобы не переплатить, гарантия, сколько должна быть. И что мы еще хотели рассказать? Мы хотели рассказать о сервисе, что самое главное. Ну, естественно, в сервисе входит гарантия. Да. Давайте теперь посмотрим на ваш ассортимент. Хорошо. Мы сейчас находимся, извините, на первом этаже магазине, да, магазина Stephanie. Здесь находится золото и полудрагоценные. Да, дорогие гости, наша компания, двухэтажная компания, вот, в общем, это наш первый этаж. Еще у нас здесь второй этаж, я тоже попозже покажу. У нас первый этаж есть женские, мужские и детские изделия есть. Так, начало, например, женским. Здесь идет, дорогие гости, чистые изделия. 14 карат золота, которые, помните, я вам сказал, белое, желтое и красное. Сейчас хочу вам показать белое золото. Так, это белое золото, это красное золото, так, видите, розовый цвет,
А это желтые, друзья. Вот. Здесь чистые женские коллекции, женские вещи. В чем самое главное отличие золота разных цветов? Вот это прям белое-белое, да? Здесь отличается, вы знаете, что добавка. Добавка здесь медь, примесями металла, да? И серебром, друзья, да. А золото, везде золото. Какое самое качественное? Самое дорогое? Желтое, розовое? Нет, у нас или... все то же самое. То же самое. Uh-huh. Сколько? Золото, стоимость от работы зависит. Uh-huh. От изделия зависит. От изделия. А золото везде золото. Золото везде то же самое стоит, как биржа. Тоже я могу попозже объяснить. Сейчас продолжим. Расскажите, например, про стоимость этих колец. Вот это кольцо, сколько оно грамм и сколько оно стоит? Хорошо, дайте, пожалуйста. Я вам это изделие. Когда наши люди покупают, здесь всегда указано, бирюшка есть у вас, видите, друзья? Это баркод. Вот здесь написано 585 проба. Здесь стоимость евро. А здесь, друзья, наша компания Stefani. Stefani Diamond. И здесь указано, сколько грамм. Видите, 476 грамм. Все точно там написано. 76 грамм? Да. 76 грамм. 4,76. Почти 4 грамма, 76. Да. Почти 5 сотых. Грамм. И сколько стоит это кольцо? $210 стоит. $210. Вот такой изделие. Ну, я вам сказал, дорогие гости, всегда золотые изделия, стоимость зависит от работы, зависит, от изделия зависит и от вещи зависит. Угу. Да. Вот скажите, пожалуйста, есть такое мнение, что чем проще золотое изделие, без всяких там завитушек и так далее, тем проще его будет продать в будущем, потому что оно чистое. Меньше чистое золото, да. меньше там меньше работы. Всегда сейчас золото фэшн, золото мода. Угу. Люди любят классик, есть, угу. Потому что есть у вас поговорка, вкус нет этого. Цвет и вкус не товарищ. На вкус и цвет товарища совершенно нет. Ага. Так, люди там разные они убирают. И главное, здесь работа, стоимость и качество, и сервис, и гарантия. Насчет гарантии тоже я вам попозже скажу. Вот это кольцо с каким камнем? Это камень фианит. Фианит. Сколько стоит это кольцо? Это кольцо розовое золото. Ага, сколько грамм? С одним камнями. Сейчас я вам скажу. Оно где-то стоит грамм здесь 6.12. Соток. 6-12. Ага. Это где-то стоит, друзья, $270. $270. Да. Угу. Давайте я померю. Давайте. На средний. Нет, оно мне большое. У вас хорошо вам идет, у вас палец длинный. Вот эта крылышка как раз для длинный палец. Угу. Идеально. Необычно розовое золото, конечно. А розовое золото последние 3 года стало очень модно. Да, да. Раньше был. Белое золото, а сейчас уже розовое золото. Мне очень нравится белое золото. Вот я любитель прям. Хочу вам показать не только 3 крылышки, дорогие гости, у нас очень большой выбор. У вас, давайте, мы хотим все смотреть. Конечно. Растяжка на 6 месяцев. И мы можем, у нас есть, мы можем делать доставка по России любой год. У нас есть главный офис в Москве. Любой год у нас есть доставка, дорогие гости. Да. Так, но здесь у вас всякие разные... Здесь подвески идут, там знаки зодиака, крестики. А покажите нам поближе знаки зодиака. Да, вот кто знает зодиак? Я Дева. Дева, давайте сейчас я вам покажу Деву, дорогие гости. Вот у нас Дева. Правильно? Да, Дева. Угу. И что это у нас здесь? Желтое? Желтое золото, белое золото. Да. Угу. И сколько это стоит? Это стоит 1 грамм 65. Анастасия, дайте, пожалуйста, сейчас я вам скажу. Сколько? Здесь написано Stefani Diamond, Stefani наша компания, и 1,65, когда это стоит $70. Угу. Такие вот, кстати, тоже очень красивые, вот такие сейчас очень популярны. Очень. Какой вот это камень здесь? Это камень здесь фианит, дорогие. Я вам скажу, первый этаж у нас идет полдорогистый камень, фианит там. Попозже покажу хамелеон, который все меняет султанит. Скажите, пожалуйста, вот очень главный вопрос, который интересует всех. Как мы, например, я, например, не разбираюсь. Там бриллианты, фианиты, блестит, значит, все бриллиант. Угу. Как отличить фианит от бриллианта? Вот самое главное. Отличается, конечно, циркония очень прозрачный камень. Угу. Видите, там видно. Угу. А бриллиант тоже прозрачный, но бриллиант там есть, имеет это внутри какой-то из природы.
Uh-huh. Есть какой-то это там точка есть. А вот циркония здесь. Uh-huh. А есть такое мнение, что, например, если подышать на бриллиант, то он не запотеет. Не запотеет. А если подышать на фианит и другой, то он запотеет. Запотеет. Правда? Правильно. То есть самое главное, друзья, чтобы выбрать не подделку. Нет, главное, подышите на него. Подышите, и там видно будет, что это бриллианты или нет. Бриллианты или нет. Я хочу вам показать камень, сутен, который свет меняет. А мы А, кстати, он был тоже очень популярен раньше. А сейчас как популярен? Видите, дорогие, сейчас у нас есть, смотрите. Хорошо. А мы сейчас идем за 2 метра дальше. Сейчас вы видите, как свет меняет. Как он меняет свет на улице? Он под солнцем меняет. Под солнцем. Зависит, местоположение зависит. Ага. Вот. Видите сейчас? Розовенький стал такой. У нас бывает в мире драгоценные камни, 4 штуки бывают. Это везде одинаково. Бриллиант 1, рубин 2, сапфир 3, изумруд 4. А под драгоценные камни, они разные. Есть аматист, александр, жемчуг, аквамарин, топаз, ситрин, бирюза. Они под драгоценные камни. А в уме много полудрагоценных камней, но это драгоценных камней 4. Больше, друзья. Цепочки так, вот такие цепочки красивые у нас очень есть. Красивые, видите, трехцветные, дорогие гости. Mm-hmm. Это тоже смешанное золото, да, белое, да. Желтое. Белое, желтое и красное. Давайте дай посмотрим это, да. Вот на эту руку. Вот, видите. Скажите, пожалуйста, еще золото имеет свойство темнеть, да, со временем? Нет, золото не темнеет. Темнеет, ну и... оксидирован, это темнеет не так, как серебро. Как нужно... Почистить? Нет, обращаться с золотом, чтобы оно максимально долго сохраняло вот такой вот красивый вид, блестящий. Я всегда вот, я хочу вам рекомендовать, дорогие гости, именно когда у вас золотое крещение, пожалуйста, не принимайте душ. Душ. Обязательно, любой, когда вы золотое изделие, снимайте. А после душ, друзья, дорогие господи, у нас не только женские, не только женские, мы сейчас идем дальше, у нас здесь мужские. А потом женские, продолжаем женские. Да. Uh-huh. Так, здесь у нас, дорогие мужчины, мы вас тоже не забываем, у нас очень большой выбор. Видите, здесь колечки есть. Она сейчас хочу показать, в этом году у нас тоже очень модно. Видите, модель Cartier. Вот. У нас... Печатки. Модель. Да, печатки. И такое может, друзья, даже есть у нас, русские именно вот такие вещи любят. Такой есть у нас браслет. Сейчас, друзья, хочу вам показать. Это кожа, да? Да, нет. Это каучук. А, каучук. Это каучук. Вот так, пожалуйста. Какой палец на этот? Да, это чисто мужской. А, получается как набор. Это набор, да, видите? Ага. Вот. Модель называется Cartier. Видите, это символ Cartier, винтик. Здесь. Uh-huh. Видите, винтик. Здесь тоже винтик. Это очень красивый набор. Это чистое мужское изделие. Идем сейчас дальше, тоже у нас здесь. Скажите сразу по цене, сколько стоит. Давайте. Вот этот. Например, такой красивый комплект у нас что стоит? Немного стоит. Сейчас я скажу. Uh-huh. Это стоит грамм, друзья. Это 12 грамм почти. Это, друзья, эта вещь оба 22 грамм. Uh-huh. 22 грамм. А стоит приблизительно, я вам скажу. Где-то читаем за скрип, где-то примерно стоит $850. Это комплект. $850. Да, вот это стоит комплект. Так, идем сейчас. Сколько средняя цена на грамм получается? Вот у нас здесь очень хороший вопрос. Далее, вот я вам сказал, зависит от работы, зависит. Но начинает от $45 и дальше идет. Там без ограничений. Можно грамм $100 можно, можно грамм $40. Зависит от работы, от изделия зависит. И, дорогие гости, хочу вам сказать. Насчет золота. Когда у вас, я хочу вам сказать, насчет стоимости лом. Лом, Да, лом. Да. Если вы хотите, если у вас есть старые изделия, сколько будет стоить принести их и сдать? Дорогие гости, если у вас с собой есть в России дома старое золото, возьмите с собой. У нас мы здесь читаем ден по бирже. Грамм стоит сколько. У нас сейчас данный грамм идет 1 грамм $300. Лом, старое золото, 1 грамм. Мы принимаем. И можно поменять на новую модель, или можно принимать старое золото, у нас есть свои мастера, я тоже попозже покажу, и можно делать от старого золота новую модель, или можно поменять, лом принимаем,
и вы можете купить новую вещь. Uh-huh. Обязательно с собой возьмите это вам, старое золото. Даже возьмите, у вас раньше был бабушка, дедушка, старый золото, зубки тоже возьмите. Их тоже возьмите. Их тоже возьмите, это можем их тоже изделием. Конечно, золото всегда стоит, дорогие гости. В мире всегда это самый дорогой металл – золото. Uh-huh. Да. Так идем сейчас. Это у нас вот тоже мужской. А здесь такой какой камень? А, тоже здесь полудрагоценный. Здесь нет, у нас ямска, как я сказал, бриллиант у нас наверху. Вот это обручальные кольца? Обручальные колечки, да. Вот это нет, это не это обручальные. Это чистый мужской. И, например, вот такие вот цепочки. Mm-hmm. Это браслет. А, браслет, да. Да. Сколько он? Вот, у нас модный тоже очень. Эти вот. 8 грамм. Да, это где-то 40. Покажите, как он на да, руке смотрится. Угу. Это тоже чистый мужской. Угу. Где-то стоит... 380-350 сот где-то. Угу. Здесь, у нас здесь почти 12 тысяч изделий здесь. 12 тысяч изделий, и знаете, что самое интересное, я заметила, что здесь есть изделия на разный вкус. Да. От классических до супермодных, современных. Я вам сказал, дорогие гости, у нас в Петербурге, и никто не ходит с тюрьками. Так вот смотрите, я уже хочу что-нибудь, я вообще не ношу украшения. Да. Вообще. Да. Но мне уже хочется. У нас да, можно. У нас, конечно, вещь это большой магазин. Ага. Есть вещь на любой. Давайте сейчас зайдем на второй этаж и посмотрим на второй этаж у нас женский да, зал. Да, бриллиант. Впрочем, бриллиант. У нас есть самый красивый, изумительный меч, который все женщины мечтают. Ага. И бриллиант, изумруд, рубин. Ага. Сейчас мы вам все покажем. И у нас здесь сейчас будет второй этаж, дорогие гости, дорогие друзья. Расскажите еще немного про сервис в вашем магазине. Я знаю, что если человек находится в отеле, вы можете приехать их забрать. Правильно. У нас, дорогие гости, у нас очень много старых клиентов из разных стран, uh-huh. из России. У нас есть сервис до 500 километров. Uh-huh. Если у нас старые друзья приезжают, старые клиенты приезжают в Истамбуле, мы их тоже забираем, из Истамбула забираем. Uh-huh. У нас есть сервис конаклы. Белек, Авсаллар, любой. То есть просто можно позвонить и вы да. приедете. У нас там написано, конечно, там у нас есть телефон. В описании к этому видео я оставлю все контакты. Совершенно верно. Телефон, по которому можно звонить. Да. Пусть нам позвонит. Мы работаем утром с 9. С 9. Вечером скажите, до 2. Скажите, пожалуйста, работаем. Еще про такой сюрприз, который вы делаете всем, кто приходит в ваш магазин. Про... Да, насчет подарок. У нас, дорогие гости, я вам сказал, мы уже существуем 35 лет. Да. За это у нас, в этом году мы всем нашим клиентам даем подарок. Uh-huh. Это сейчас я вам тоже покажу, наш сюрприз, что мы даем. Uh-huh. Мы им даем цепочка, серебро, и там тоненькая подвеска. Сейчас я вам покажу. Жемчужиной. Жемчужиной. И плюс еще есть сердце подвеска. Uh-huh. Вспоминать попозже, я вам попозже покажу. Uh-huh. И всегда так, любое время они могут позвонить. И не только Алая, любой, Кемер, Белек, Мармарис, Бодрум, Кушадасы, любое время мы всегда готов, чтобы помочь нашим клиентам. Вот это вот настоящий турецкий сервис. Вот сервис, это, да. Это сами, так, давайте теперь пройдем в самую, может, волшебную комнату. Сначала. Волшебную комнату и, конечно, прошу, прошу вас. У нас здесь, дорогие гости, это наш офис, просто мы даем здесь информацию насчет ага. этот. Изделия, когда, дорогие гости, дорогие друзья, когда люди покупают бриллиант, uh-huh. обязательно мы им даем сертификат. Раз. Uh-huh. Два. Мы им даем информацию. Это очень важно. Насчет камня. Здесь uh-huh. написано, дорогие гости, карат. Uh-huh. По-русски тоже сам карат. Ринг, это, в общем, color, свет. А здесь написано берраклык. Это по-турецки clarity, по-английски, по-русски чистота. Uh-huh. Видите, здесь есть, например, VVS1, VVS2, VS1. Вот так идет категория. А четвертый кесим. По-английски cut, по-русски огранка. Uh-huh. Да. Здесь, когда покупают бриллиант, и четыре вещи очень важны. Карат, свет, чистота, огранка. Карат, свет... Чистота, огранка. Да. Это вещь, Анастасия. Угу. Модель называется Cartier, дорогие гости. Давайте сразу на руки. Давайте, посмотрим, сейчас я вам покажу, она... дорогие гости. Как она смотрится. Угу. Так, вы видите сейчас.
Это все белое золото с бриллиантами. Совершенно верно. Да. Наш манекен с Анастасией. Да, сейчас объясню. Друзья, вот здесь три бриллианта. И в окре маленький бриллиант. Здесь три бриллианта написано, дорогие гости. Видите? Вот. Бриллиант. Здесь идет каждый 0,20. А здесь, например, покажу тоже. Вот написано. Бриллиант. Это капелька. Это огранка капелька. Здесь написано, видите? 0,76 карат. Вот. 0,76 карат. И огранка капелька. Сколько стоит, вот сколько стоит, например, это кольцо? Я не хочу пугать, конечно, это наша комната, просто нет, скажу. Нет, мы же предупредили, что, да, друзья, здесь находятся самые дорогие изделия, самыми большими, да, камнями. Вот, например, эти стоят, дорогие гости, конечно, это 18 карат золота 750-го проба. Сколько здесь грамм? Нет, с бриллиантом изделия мы грамм считаем. Мы считаем, главное здесь, сколько карат, чистота и бриллиант важен здесь. А здесь золото не имеет роль. Здесь имеет роль камень. Да. Например, допустим, эти вещи я вам скажу приблизительно сколько стоит. Эти стоят, друзья, видите, 5000 долларов. Вот эти вещи. Вот такой вот красивый. Ну да, картина. Но он тяжелый. Тяжелый, да. Она 18. Это не на каждый день вещь. Можно на каждый, да, можно вечер, можно днем. Вот. Например, это тоже модель капелька. И, друзья, я вам хочу показать. Видите, бывает бриллиант разный. Вот здесь черный бриллиант и белый бриллиант. Сколько карат вот в черном бриллианте? Да, это я сейчас информацию дам, дорогие гости. Вот здесь написано 18 карат. Вот 18 карат. Это, в общем, 18 карат. 1,22. Это 0,51. Это 1,22 карат. И дальше хочу вам показать. Я вам сказал, бриллиант бывает разный. Вот коричневый бриллиант, дорогие гости. Это редкий, да, камень? Это редкий, очень редкий найти. Так, сейчас хочу вам показать еще. Вот, я вам сказал, дорожка Анастасия. Вот, женщина, вот, дорогие, любимые, дорогие друзья. Вот, эта модель называется теннис. Они любят. Видите, как роскошно. Вот это вот тоже блестят. Мой самый любимый, вот. Этот самый вариант. Блестят, как звезды, блестят, как... Да. Нет, вот это самый, да, самый красивый. Это, дорогие гости, мы называем теннис браслет, по-английски, по-турецки сюлу. По-вашему, дорогие гости, это дорожка с бриллиантом, 18 карат, золото. Да. Скажите, пожалуйста, вот тоже важный вопрос. Многие покупают золото и бриллианты как инвестиции. Да, друзья. Обесценивается ли со временем ювелирные украшения? Стоит ли их рассматривать как инвестиции? Да, стоит, конечно. Каждый год, друзья, золото и бриллиант поднимает. Да. Это в мире, конечно, мы всегда, это, дорогие гости, я вам сказал, золото всегда дорогой металл в мире. А когда сейчас, допустим, скоро, если дай бог, когда была раньше война, а люди деньги не использовали, а люди используют золото, серебро. Раньше тоже был бизнес, дорогие гости. Как люди наличные бумажные деньги не использовали. Золото всегда инвестиции. Каждый год поднимает. Каждый год поднимает 20%, 25%. Цена растет. Бриллиант, цена растет там. Вот я очень хорошо помню, я знаю, в том году у нас был золото, допустим, 1 грамм. Где-то сейчас я минуточку сразу я вам скажу. В том году у нас был 1 грамм. Так, 140. В том году был, например, 45 чистый, сейчас в этом году 50, поднимает. Золото, да. Золото всегда поднимает. Это здесь снимаем. Так, идем сейчас. Про мужские, вот это мужские. Вот, это мужские. А, еще, дорогие гости, мужские. Вот Анастасия, хочу это показать. Еще у меня для вас сюрприз, дорогие россияне. Видишь, что там? Вот. Сейчас я хочу взять. Запонки. Запонки, дорогие гости. И здесь флаг, российский флаг. Российский флаг. Вот, у нас сейчас 9 мая, дорогие гости, праздник будет. Да, у вас будет День Победы. Видите, дорогие гости, у меня тоже запонки. А здесь, вот. У меня был в том году клиент, они заказали такой 4 штуку. И остался 1 штук, он тоже приезжает, 10 мая приезжает. Вот. Это запонки чистый мужской.
и колечки. А какие это камни? Бриллианты? Бриллиант, сафир и рубин. Это ваш флаг, Анастасия. Правильно? Красиво, да. Да. Очень здорово. А вот я заметила, что в Турции мужчины в основном не носят запонки. Носят. Носят? Носят. Да. Но прямо у меня есть квитка. Можно. Ну, на работу можно, и на бизнес можно. А на ресторан, на вечер, конечно. Да. Так, идем, дорогие гости, дальше. Вот мужской, дорогие гости, вот видите, с одним камнем. А, Анастасия, что объяснит? С одним... Это тоже бриллиант? Это тоже бриллиант. 18 к золота. Вот здесь 18, видите, 18 к Stephen Diamond. И посмотрим, что здесь. Сколько он в... Камень 0,53, видите, друзья, камень 0,53 карат. И какова стоимость этого изделия? Она стоит где-то, друзья, 9000 долларов стоит. Вот. Белый и желтый золото, чистый мужской. Вот. И еще у нас... Покажите, как она на руке-то смотрится. Хочу сейчас вам показать. Давайте. Вот как раз. Ой, красиво. Здорово. И вот это белое золото... И желтый золото? Нет, бриллиант кажется больше за счет белого золота. Всегда бриллиант с белым золотом выглядит как большой. И вот здесь тоже есть чистый мужской, Анастасия, и дорогие гости. Здесь тоже 18 карат золота, здесь бриллиант 0,61 карат, чистый, тоже чистый мужской. Это уже классик. Так, можно. Вот. Видите, как сверкает? Да? Красиво, да. Так. А как, вот, например, я всегда замечаю, что есть два золота. Есть такое блестящее, это матовое, а есть матовое. Да. Как добиваются? Можно, да, это то же самое золото. У нас есть машина, мы полируем. И все бывает так блестяще. Бывает. Матовое золото, блестящее золото. Если у меня, например, клиенты, люди покупают, если они хотят это блестящим, займет 5 минут и полируем, и будет блестяще. Здорово. Да. Так, дорогие гости, идем сейчас, хочу вам показать, идем дальше. Драгоценные камни. Так, хочу вам показать рубин, сапфир, изумруд. Так, здесь, например, у меня есть тоже, дорогие гости, сапфир. А, если, дорогие гости, у вас есть тоже с вами старые изделия с камнями, тоже возьмите. Если у вас есть, в России много людей тоже. У нас часто мы такие... Со старых времен есть. Сейчас, да. Там камни мы снимаем. И можно с этими камнями делать новые. Да, новые. Да. Новые есть, украшения. Например, новые украшения можно. Там бриллиант, может, бирюза или рубин, изумруд. Возьмите с собой старые золото, дорогие гости. У нас есть мастер, сейчас я вам попозже скажу внизу. Мастерская. В общем, берите с собой все, что у вас есть, переделывайте это и носите новые... Совершенно верно. Новые, да. Новые украшения. Да. Вот. У нас здесь изумруд. Изумруд. Да. Вот хочу вам показать. Как посмотреть. Мы можем быть уверены, что это натуральный изумруд или искусственно конечно, выращенный? Да, потому что когда, дорогие гости, очень важно, я вам сказал. Когда, хочу вам тоже сказать насчет гарантийного сертификата. Когда люди покупают изделие, мы им даем гарантийный сертификат на 5 лет ремонт, а 10 лет обмен. Я вам сказал, каждый из них у нас имеет свои, этого имеет. Итак, насчет вас меня спрашивали искусственный камень или настоящий камень. Дорогие гости, хочу вам показать изумруд, например. Да? Смотрите, всегда имеет натуральный камень природный дефект. Ведь там внутри там должен быть пятна. Это значит, из природы это дефект. Если натуральный, тогда это как крашеный, чисто как стекло, тогда там внутри ничего нет, прозрачно бывает. Всегда натуральный камень, бриллиант тоже сам. Бриллиант, если с лупом будете посмотреть, с лупом, если там внутри есть что-то пятна, это значит натуральный настоящий камень. Например, хочу вам еще, дорогие гости, показать сафир. Модель называется Трансформ. В этом году очень модно. О, это да, очень. Интересно. Сейчас хочу вам показать Трансформ. Под любой наряд. Очень, да, да. Например, у нас девочка, дайте, пожалуйста. Вот, дорогие гости, хочу вам показать. Видите, изделие сейчас, колечки. С сафиром, Анастасия, с бриллиантом. Так что, все мы делаем трансформу. Сейчас увидите, дорогие гости. Ее можно поменять на любое место, на ресторан, на... Вот, раз. Опа, бриллиант, видите? Бриллиант. Это можно носить на два. Например, вот девочка. Это бриллиант, Анастасия, видишь? Если вам нравится эта вещь, на улице, или что-то на работу, или на бизнес, на вечеринке, берешь,
И раз. Сафир. Видите, друзья? Эта модель называется Трансформер. В этом году очень-очень модно, Анастасия, да. Тоже белое золото и с камнями. Сколько стоит такое кольцо? Например, наш Трансформер стоит, я вам сейчас скажу, она стоит, дорогие гости, приблизительно я вам скажу, $750. Еще тоже важный вопрос. Многих, я думаю, это интересует. Да. Например, вот они купили у вас кольцо. Ага. Что-то пошло не так, и какой-то камешек выпал. Что делать в этом случае? Вот, друзья, я вам сказал, вам даем гарантий-сертификат на 5 лет и на 10 лет. У нас 5 лет на ремонт. Если камень падает, раз. Это вдруг, это всегда, это судьба, может, это жизнь. Может, если камень падает, мы можем камень поставить. Раз. Два. Если золотое украшение, браслет или цепочка или сережка, сломается. Бывает. Это видно всякому, бывает. Она может порваться. Порваться. Да, и любое время обращайте к нам внимание, у нас ремонт бесплатно 5 лет, дорогие гости. А обмен 10 лет. А, еще второе, друзья, которые... Мода. Мода всегда меняет, дорогие гости. В этом году мода белый, а на следующий год мы не знаем, что будет мода на следующий год. А если вдруг вам не понравится через 2 года, то же самое изделие возьмите с собой. То, что вы купили, с сертификатом, у нас есть сертификат тоже. И можно поменять то же самое стоимость на другое изделие. А вот здесь у вас еще такие большие кольца есть. Вот это что? Вот, например, вот с цветочками и вот какое-то такое интересное. Вот, дорогие гости, с рубином, например, рубин и бриллиантом. Да. Так, идем сейчас дальше. Давайте мы его померим. Померим. Да, давай. Это и вот это вот тоже с цветочками. Давайте померим. Давай. Какой интересный. Вот это интересный. Но это прям уже вечернее такое. Это вечернее. Я вам сказал, у нас есть разные вещи, да. Красиво, да. Дайте, вот девушки видите, у нее длинный палец. Сейчас она померит. Вообще. Вот. Это прям уже вечернее. Отлично. Красный, это камень. А какой это камень? С бриллиантом и там стрин, светлый стрин, бриллиант и золото, помните, пожалуйста. Золото, розовое золото, видите? Да. Красиво. Так, Анастасия, не только это, у меня очень большой выбор. Я вам дальше покажу. Я вам скажу, у нас здесь 12 штук изделий, дорогие гости. Я вам только показал 5%. Я вам не показал еще 95%. Давайте смотреть дальше. Давай дальше идем. Что здесь у нас? Так, у нас здесь, дорогие гости, идет уже... Тоже белое золото и комплект. Да, есть цепочки с камешками. Да. Вот очень интересный, вот это уже более современное украшение, гости, да? Здесь черный бриллиант, хочу вам показать, дай, пожалуйста, сейчас Анастасия. Черный вот черный бриллиант и бриллиант, например. Да. Так, где наша модель? Можно. Померить. Вот померим. Здесь идет черный, вот, отлично вообще. Вот изделие украшения, вообще классно украшение. Ага, интересно, да. Вот это тоже очень красивенькое. Да. Сколько, например, стоит вот это? Это вот она кольцо? Себе приблизительно стоит, дайте, пожалуйста. Спасибо. Она стоит, дорогие гости, приблизительно. А, здесь важно тоже карат, хочу вам сказать. Видите, черный карат, черный бриллиант, 1,44 карат. А второй белый бриллиант 1,12. Видите, общее здесь 2,66 карат. 56 карат, pardon. 2,56 общем. Это стоит, друзья, где-то. Позвольте, пожалуйста. А, у нас, конечно, тоже, дорогие гости, у нас тоже идет скидка. Как же? В Турции это... Новые скидки никуда. Ясно сказать, Турки шопинг кантри, говорит. В общем, Турция еще это... Страна шопинга. Да. Это, здесь у нас тоже идет скидка, идет, конечно. Сейчас я вам скажу приблизительно. Это стоит, дорогие гости, $3,800 где-то приблизительно. Вот. И здесь, конечно, можно в Турцию всегда идет у нас скидка. Допустим, у нас будет 9 мая праздник, и у нас очень много русских будет. У нас почти будет с 1 мая, дорогие гости, до 15 мая у нас будет 50% скидка. И как раз приезжают россияне на каникулы. Как раз. И каждый, у нас каждый месяц будет это. А после 15 будет где-то 40 будет. Меняет. Но с 1 мая до 15 мая будет 50% скидка. Поэтому не опоздывайте. Конечно, не опоздывайте. Девочки всегда вас ждем. Да. Так, идем здесь уже. А здесь вот это более классический. Это мунный камень.
Интересно. Мун это по-вашему луна. Лунный камень. Да. Это мы называем мун по-английски, по-русски будет луна, камень луна. Лунный камень. Очень красиво. Да. И здесь важно, дорогие гости, хочу еще показать. Вот, хочу. Вот это комплект набор, друзья. Вот сережка Анастасия, вот, и колечки. Раз. И вот. Угу. Это здесь сюда будет, видите, под, подвеска. Угу. И гости, это серьги. Кажется, сережка. Он кажется таким мощным кольцом, а на самом деле очень такое нежное. Нежное, да. Угу. На, видите, на, выглядит там мощно, но она, на, видите, как выглядит на руках. Да, на руке да. Очень красиво. Угу. Отлично. А подвеска, сережки и кольцо. Кольцо. Сколько, это, стоит, это сколько стоит этот набор? Это набор, дорогие гости, хочу сказать, с бриллиантом тоже. Приблизительно это стоит... Угу. Так. Рублям сказать или долларов сказать? Лучше... Ну, всегда деньги, всегда деньги. Всегда деньги. Лучше любой в долларах. Деньги, в долларах лучше... меньше кажется. Любой, да. Два. Это набор где-то стоит, дорогие гости, 4000 долларов это набор. И, конечно, это есть настоящий камень, натуральный камень. Есть тоже у нас сертификат на эти изделия. Так, идем сейчас дальше, друзья. Очень, да. Хочу сейчас вам показать... модель Паскаль Бруни, очень известный. Вот, друзья, здесь. Паскаль. Паскаль Бруни, вот. Раз. Анастасия, пожалуйста, обращайте внимание, дорогие гости. Обращайте внимание изделия. Эта модель называется Паскаль Бруни, видишь? А что это за камень? Это камень Топаз. И Паскаль Бруни, это брендовое изделие. И это изделие есть, его сережки есть. Вот. Смотрите. Давайте померим сразу, конечно, а то так не... Раз. Ага. Ой, ну он очень... Вот, дорогие гости, сережка есть. Видите? Угу. Вот, видите? Сережка есть, дорогие гости. И угу. Есть, дорогие гости... А можно мне подержать? Мне хочется по... Ага, хорошо. Есть такая еще подвеска. Я хочу посмотреть, тяжелое, ага. Тяжелое оно или так. Нет. И подвеска. Ой, тяжелая. Вот. Ага. Смотрите. На этот палец. Это вечернее? Это вечернее. И смотри, дорогие гости, подвеска. Видай-ка. Ага. Вот смотри, дорогие гости. Подвеска. И колечки. И серьги. Серьги. Давай померим сережку. Знаете, на что похоже? Ну, что? Помните, был фильм «Титаник»? Да. И когда все умерли... А, когда у старой осталось бабушки... Бабушка осталась сафир, да, и да, да. Огранг там. Вот да. Это вот похоже, вот похоже, это да. Мне напомнило. Ну, тяжелое. Ну, украшение так, ага. Такое, да. Так, оригинальное, современное. Это Паскаль Бруни. Идем сейчас. Если у вас есть, скажу, внизу там будет шумно. Если у вас есть старое золото, пожалуйста, возьмите с собой старое золото и лоб. И можем на новые изделия поменять, и можем на новые изделия. Сделать. Как если вам готовая вещь не понравилась, или у вас есть что-то модель на вашей голове, или вы что-то видели на интернет, uh-huh. И можем принимать заказ. Uh-huh. И займет 2 дня. Займет. 2 дня. Да. Всего за 2 дня все, новая. Все новая за 2 дня вещь готова. И обученный колечек тоже. Сейчас я вам попозже скажу. Обученный колечек. Так, пожалуйста, дорогие гости, мы сейчас спускаем у нас где мастерскую ателье. Я еще раз сказал, можно заказ и можно любой вещь. Сейчас вам покажем, где находится наш ателье. Идем, дорогие гости. Хочу вам показать. Прошу вас, Анастасия. Прошу, идем. Сначала здесь посмотрим. Смотрите, работа, дорогие гости. Вот. Видите? Так. Пойдем. Это что мастер сейчас делает? Это мастер сейчас делает, дорогие гости. Берусь на пюсу, надо на пюсу. Şu anda yüzüğün içini kapattık. Hem de müşterinin kendi bir yüzüğü bu. Это колечки наш клиент дали. Genişlik verdik hem de kalınlaştırdık. Enini, içini kapattık. Bunu zaklı böyle unuttuk.
И сделали пошире. Тоже клиент, наш клиент заказывает вещи. Потом сейчас готовим. И как я вам сказал, дорогие гости, вид у нас будет. Заказ встает. Здесь делаем размер, видите, размер есть. Например, размер будет 57, по вашему 17. Да. Гости, сейчас видите, дар olan bir работа. Şeyi, inceydi, böyle kalınlaştırdık. Это был тонкий, а мы сейчас сделали пошире. İçini kapattık, boştu. Внутри был пустой, мы внутри закрывали. А, его сделали потолще. Потолще совершенно, да. Так. Размер уменьшили, да? В общем, такая вот здесь вот мастерская. Для чего? Для чего, например, так, вот сейчас вот мы вам покажем процессе. Эта машина для чего? Эта машина, дорогие гости. А, друзья, еще хочу вам сказать. Когда вы приезжаете в Турцию, Анастасия, пожалуйста, тоже купить или не купить, неважно. Возьмите ваше золотое украшение, можем почистить. Эта машина почистит. Это чистит, да. Сейчас вам наш мастер покажет. Покажите, например, смотри, Анастасия, друзья. Böyleyken, это обычно вот, видите, это золото. Это мат. Мат. Ага, матовое золото. И после чистки такой будет, видите? Вот смотрите, до чистки и после чистки. Да. Сейчас вам покажет. Ага, покажите. Сейчас покажу. Сейчас, дорогие гости, увидите. Как чистить. Да. Чистить. Пожалуйста, всегда шимди... возьмите ваше изделие, золотое изделие, можем почистить. Шимди yüzüğün içine yapıyoruz. Сейчас внутри корешки почистим, внутри. Увидите. İçin mat. Сейчас мат, видите, мат. Сейчас мат. Ага. Это специальный материал, видите, как нейминг смысл. Идеал. Идеал. Я. Это мыло, чтобы для чистоты, видите, друзья, это мыло для чистоты. Ага. Для машины, да. Вот, теперь внутри, видите? Внутри. Сейчас. Сейчас. Посмотрим. Так. Para yapıyoruz üstüne. Yani ince bir pisliğini alıyoruz. Arkadaşlar buraya kalkıp biraz arkadaşlar bu pisliği. Золото будет душ принимать, не душ, да. Чистота, вот. 80 градусов. 80 градусов вода. Вода, да. И там есть аммоняк. С аммиаком. Аммиак есть, да. Şimdi. Сейчас позвони, пожалуйста. Ayağınızı oraya koyun. Нажимай, korkma ama. Korkma. Не бойся. Korkma. Bassın. Нажимай. В общем, колечки видели? Все, готово. Был матовый, который старый золото, и сейчас получится совсем новый и блестящий, друзья. Ага. Отлично. Супер, горячий. И теперь, как он вам, сейчас мы вам покажем, здесь будет золото. Проверяем. Сейчас. Он вам... Проверяем? Да. Что проверяем? Нет, не проверяем, будем так, смотрите, золотой песок. Это золотой песок. Сейчас он будет это вот. Алтын ушмасын diye. Да. И сейчас он туда чуть-чуть, чтобы золото не летит. Не разлеталось. И сейчас увидите. Приявляем здесь золото. Mm-hmm. Да. Смотрите. Плавим. Плавим, да. Сейчас будет золото плавим совершенно. А, сейчас будем плавать. А, то есть это золотой песок плюс это старое изделие? Это старое изделие. Золотой песок. Сейчас мы ее плавим. Сейчас будем плавить золото. Да, будем плавить золото сейчас. Вот здесь, дорогие гости, очень обращайте внимание, пожалуйста. Нигде не увидите такой этого работы дизайн мастера, да. А это что за химикат? Химик это просто туда добавляют, чтобы он. Вон, аве. Су.
uçmasın diye. İşte daha basit bir vatiye verin. Смотри, дорогие гости. Сейчас уже увидите. А для чего его сейчас плавят? Чтобы новое пространство? Да, вот это мы будем делать. Много чего. Сейчас она будет как сетка золота, а потом эти золото берет, положит здесь. Вот так сеть. Сейчас мы покажем. Вы, дорогие гости, увидите здесь изделие, которое паян золото. Так, смотрите. Все выключено? Да. Видишь, Анастасия, уже у нас золото. Видите, появили и от этого будем добиваться изделия. Чем брейчик 70%. Так, еще здесь, видите, друзья? От этого бунда уже это идет как пресс. İstediğimiz bir şey yapmak hep istediğimiz kadınlığa getirip bunu şekli vermek için. İşte o bunda siz gidiyiz razı razmet razmet da razı koşuyuz. Hadi diyor можно колечки, сережки, скочки всякие. То есть какой размер хотите, такой можно. Видите, дорогие гости. И что у нас получилось? Это просто уже готово. Это, видите, вот от этого кусок получился такой, такой колечки. Угу. Здесь можно отрезать и можно работать от этого. Алтун? Алтун, биазалтун. Белый золото, дорогие гости. Белый золото. Это белый золото. Оно пахнет? Биазалтун. Угу. Так, прошу вас. Так что наш мастер всегда, наш горо, это зовут мастер, всегда готов, он тоже талант, имеет свой талант. Любое время друзья приезжают к нам. И приходите, можно любую вещь, любую изделие. Ну и самое главное, что мы хотели, это сертификаты на бриллианты. Да. На бриллианты, дорогие гости, когда вы покупаете у нас бриллиант изделие, колечко, сережка или подвеска, браслет, всегда у нас идет международный сертификат. Видите, здесь написано GS-сертификат или HRD, это международный сертификат. Видите, здесь написано международный сертификат. Здесь написано вот shape. Это значит форма. Форма. Pearl. Карат. Видите, 0,70 написано. Размер medium. И цвет тоже. Slightly tinted white. Здесь все информация написана. И здесь есть вид международный штамп. Да. Это вам даем сертификат. Это бриллиантовый сертификат. Это что? Международный сертификат, дорогие гости. Хорошо? Так что ждем вас летом, дорогие гости. Всегда мы вам ждем. С улыбочными лицами. Всегда к нам приезжайте. С улыбочными лицами обязательно. Вот, с улыбочными лицами. С улыбками на лицах. Улыбки на лицах, да. Но с улыбочными лицами за это ставьте лайк. Лайк, так? Видишь, с улыбочными лицами. Да. По-русски немножко неправильно, но... Получается, да. With smile, face. Нам дают такую возможность, чтобы... такую возможность мы объясним нашей компании. И всегда вас ждем, дорогие гости. Пока я с вами не прощаюсь. Так что увидимся летом. Увидимся обязательно летом. Это лицо не забывайте. С улыбкой. С улыбкой. Так что всегда позвоните. У нас там есть наш телефон, наш адрес. Там написано, дорогие гости. Так что не прощаемся. Увидимся летом. Да. До встречи. Спасибо большое, AJBay, что показал нам. А самое главное, рассказал, очень важно, много всего интересного. Обязательно приходите в этот магазин. И цены у вас разные, да, на любой кошелек. На любой кошелек. От самых дешевых на серебро
до самых дорогих, да. То, что мы видели на втором этаже. У нас самый дешевле изделие стоит 10 евро. 10 евро и самое дешевое. И безограничное. Там есть миллион долларов тоже. И до этого. Миллиона. Люкс никогда не имеет безограничного. Угу. Так. Спасибо большое. Пожалуйста. И обязательно приходите. Обязательно ждем. Так, до встречи, дорогие гости. Не прощаемся. До скоро. До скоро. До скоро. Всем до свидания. Всем до свидания. Пока-пока.